Тест тоже опять. Что смешалось в доме Облонских? А. Все. Б. Ничего. Ну, такие экзамены. А вы знаете, в Сюкинском училище есть два типа студентов. Это те, которые абсолютно уверены, даже если они ничего не знают, и люди, которые много знают и абсолютно рефлексирующие. Был такой педагог Беленький, который преподавал в то же время, когда и Сималин. Это великая плеяда учителей, которые всегда ставили зачеты, но бывали казусы. Их совершенно не интересовали шпаргалки. И вот с Юрием Михайловичем Овшаровым, это когда мы репетировали «Пигмалион», он мне рассказал эту историю, я ее очень люблю. Его однокурсник, совершенно темный человек, который никогда не читал ничего, но очень одаренный. Кстати, однокурсник Смехова. Значит, пришел сдавать Рабле. Ему достался билет Рабле. Он не знал ничего о существовании Рабле, кто чего. Ему дали прекрасную шпаргалку, где было все написано, куда пришли Гаргантюга и Пантагрюэль и так далее. Но Г и Ч при написании очень похожи. Поэтому, когда он вышел к Беленькому, он на полном серьезе этому гениальному человеку. Он говорит, какой у вас билет? Он говорит, Рабле, произведение Черчентюа и Пантагрюэль. Беленький побледнел. Он говорит, так. Он говорит, когда Черчентюа и Пантагрюэль начали свое путешествие? Черчентюа, который и все говорит правильно, только при этом называют их Черчентюа и Пантагрюэль. Да, и что было со студентом? И Беленький дал ему договорить. Если вас...